Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Mercedes V-класс. Автомобиль приехал к нам, сделать шумоизоляцию четырех дверей. Разобрали, предварительно подготовили поверхность, все обезжирили. Будем клеить, вернее, клеим по программе премиум, то есть 4 слоя. Первый слой мы наносим вибропласт, это внешняя сторона металла. Начинаем 3 мм. Тщательно прокатываем валиком. Второй слой мы наносим мембранную шумоизоляцию. Как бы вам показать сейчас. Это у нас интегра. Толщина ее 6 мм. Третий слой мы наносим вибропласт также. Толщина его 2 мм. Четвертый, заключительный слой, мы наносим на дверные обшивки. У нас шумопоглотитель «Эксперт», толщина его 15 мм. Такие слоя мы используем в данной программе. Доделываем, собираем, проверяем. Мобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!